Stern Motion на 29 колесах. Очень сильно грязный. Здесь полная замена трансмиссии, переборка обоих тулок. То есть вообще полное ТО, все, что можем, будем делать. Но для начала надо помыть. Вот я водичку включил. И перед тем, как помыть, я вам покажу, в чем вообще проблема. Смотрите, как летит грязь. На этом велосипеде очень хорошо видно, как летит грязь, как она стекает, как она попадает на подсидел, как она вот по подсиделу. И вот через вот это отверстие стекает вниз туда в сторону каретки. И каретка, то есть каретка — это там подшипники, которые ваши штаны и педали соединяют. Это все гниет. Дальше вот там вот у нас отверстие под крыло. Видите, да? Вот здесь вот мостик нормальный, без дырочки. А вот там вот трубочка такая, которая соединяет две перемычки. И, соответственно, туда тоже грязь попадает. В общем, здесь мы будем отмывать переклюки, отмывать раму и полностью вообще перебирать весь велосипед. Сейчас я его помою. Мыть хорошо очень из шланга. И вот обычная малярная кисть широкая. Размачиваете всю грязь и просто кистью ее смываете. Это самый лучший способ мытья, потому что мойкой под давлением мыть нельзя ни в коем случае. Отмыли весь этот велосипед. Ну, кроме покрышек и вот педалек. Теперь он полностью чистый. Поменяли всю трансмиссию. Посмотрите, как хорошо и красиво выглядит переключатель. Новая кассета, новая цепочка, новые шатуны. Все теперь чистое, аккуратное. Помните, да, какой велосипед был грязный? Вот, и вот он, остаток чуть-чуть грязи. То есть мыли-мыли, видите, а все равно что-то остается. То есть вот сюда именно летит большое количество грязи. Все это стекает вниз, и все это попадает в каретку. И каретка у велосипеда, которому всего годик, выглядит через годик вот так вот. То есть она ржавеет и начинает хрустеть. Вот этот вот песок, вот эта вот грязь, это именно то, что стекает парами вниз. То есть вот в основном вот через это отверстие, вот здесь вот, видите, вот эта дырочка, туда стекает грязь. Также вот через ту перемычку, видите, то есть туда тоже подлезть не удается, помыть аккуратно. То есть нужно кататься только в хорошую, в сухую погоду, иначе вся вот эта грязища прилетает у вас внутрь рамы, все это внутри рамы скапливается, рама тоже там внутри окисляется, ржавеет, и, конечно, страдает каретка в первую очередь. Поэтому будьте аккуратны, да, вилочку протирайте, смазывайте силиконом, тряпочкой протирайте. И всю трансмиссию следите, чтобы все было хорошо, чисто, аккуратно, потому что вилка закиснет, тормоза у вас закиснут, если они будут сильно грязные. И вся рама будет ржаветь. Поэтому следите за чистотой велосипеда, и тогда велосипед будет вот такой вот красивый, а не тот, который вы видели минуту назад в этом видео.